Бывало ли у вас такое? Просыпаешься ты такой в своем доме, открываешь дверь, а тут дырка в стене, и на пороге стоят 10 с плюсом строителей, которые пришли отремонтировать ваш дом. Мне кажется, я хотел эпика, но не такого эпика! Я не такого эпика хотел, пацаны! У вас такого не было? Ну тогда я расскажу вам, с чего все начиналось. А начиналось все с рекламки. Знаешь, как поиграть в раз на максималках и без тормозов? Регистрируйся на gfn.ru и запускай игры из своего стима и других цифровых магазинов с любого устройства. MacBook, старый ПК, ультрабук или смартфон на Android. Представь, что тебе прямо сейчас подогнали RTX 2080, новый процессор и 16 гигов оперативы. Каждая игра из библиотеки GFN запускается с максимальными настройками графики без тормозов. Самое главное — иметь стабильное интернет-соединение. Специально для тебя есть базовая подписка с небольшими ограничениями, которая бесплатна, однако я рекомендую оформить премиум с очевидными преимуществами. 6-часовые игровые сессии, отсутствие очередей и трассировка лучей. Кстати, жители Урала и Сибири наконец-то тоже получили возможность подключиться к серверам GFN. Сам подумай, зачем тратить огромные деньги на топовые комплектующие, которые устареют через пару лет? Заводи неустаревающий облачный компьютер уже сегодня. Переходи по моей ссылке в описании и подключай премиум. По промокоду Чизи получишь 10% скидку. Регистрируйся сейчас и играй в топовые игры на gfn.ru. Я снова зашел на самый забитый сервер Растория Йоу Мэйн, и на этот момент я даже и не представлял, что меня ждет на этом сервере. Но одно я знал точно, что на этом сервере контент будет нифиговый. И когда я заглянул в список игроков, знаете, кого я увидел? Клан Папа на сервере опять. Они снова здесь. Они снова здесь, вы понимаете? Они снова на сервере, и вот, знаете, мне действительно интересно, кто построился возле сферы. В прошлом вайпе они жили возле сферы. И я вижу точно такой же огромный дом с ветряками. Но на этот раз я хотя бы могу на переработчик бегать. О, у меня тут пайпы изучены. Сейчас я первый верстак где-то воткну или найду. Пойду сидеть у них там. Отлично придумал. Фармил я, значит, деревце, никого не трогал, как вдруг меня убил лучник. И в этот момент у меня появилось очень сильное желание отжать его лук. Ну, дружище, я знаю, где твой дом теперь. Сейчас я его забайчу. Ого! У них шкаф в другом месте. Блин! Я мог забрать какой-то лут и выбежать через двери, но я хотел забрать все. Они меня закрыли, но я умел крафтить кирочки. Вот это я понимаю контент. Просто стою и долблю стенку. Кайф. И как только я схватил самый основной лут, я решил отстроить свой домик прямо возле них. Oh, you close the door, you close the door. You save your stuff, man. Oh, shit. И у стеночки, которую я выдалбливал, было очень мало хп, поэтому я решил ее продолбить. Ребята, которые меня убили, тоже решили продолбить эту стеночку, поэтому я, в принципе, ничего не потерял. Это не меня случайно рейдят сейчас? На этот раз рейдили не меня, поэтому у меня было время достать моих соседей окончательно.
I'm destroying your TC. Они тут походу опять всех рейдят. О. Oh shit. Here we go again. Поставил дверь сюда. Are you getting raided, my friend? We were. I hear explosive ammo. These guys try to raid your base? Yeah, we've just come on today for about an hour. Within an hour we're getting raided. I think Papa Clan get raided your base, you know? We can fuck these guys. Yeah. Отлично, познакомились с моими одними соседями и надеюсь, мы не будем друг друга жахать. If you need something, just tell me, I can help you. Наладив торговые отношения с моими соседями, поставив ящик, я побежал искать фармил. Самое важное сейчас, это выбить какой-то ствол. Мне нужны пушки, чтобы делать грязь и сидеть у клана папы. Если это папа клан, то это нереальный контент еще будет. Я с ними еще не разобрался в первом видосе. Fuck. Плюс ревик, плюс дерево. Я шмотки не забрал, но они мне не нужны. Я хочу попробовать убить того МПшечника. Он мне не нравится. О май гад. Please don't raid my base. What the fuck? I have small base, but I have big penis, you know? This guy get raided your base, bro! Блин, мне некуда скидывать, а там рейдят. Where are you today, bitch? Когда зарейдили моих соседей, мне было смешно. А вот им, скорее всего, не было, потому что они ливнули. И как они сказали, их зарейдил папа клан. И уже в этот момент я знал, что я буду делать на этом сервере. Бедные соседи. У бомжа Берда была? Папа клан. Ну очевидно было, что это они. Кто еще тут может бегать и рейдить всех бомжей? Может быть, они мою Берду не забрали? Изи. Очевидно, я знаю, что рейдят. Но успею ли я туда? Короче, лечу на пофиг. На этот раз я сделаю умнее все. Я сейчас похилюсь до 100 хп и буду сидеть и ждать, когда же они дорейдят эту дверь. Вот здесь я буду ждать. Ждем взрывов. Ах ты ублюдок. Я не особо расстроился, схватил свою единственную берданку и побежал на то же самое место.
Я тебе в рот носу. Бать, ты необразованная чушка. Лежать, собака. И ничего не говорить, тебе не разрешали. Нормально у меня ресурсов уже. Вообще ничего не делаю, зато ресурсы есть. Ну а потом я скрафтил лестницу и, конечно же, решил к ним вернуться. Ну, за Берла тебе отдельное спасибо. А вот знаешь, если бы твой друг не быковал, я бы вас не трогал. Но так как твой друг дурак, чувак, ничего не поделать. Чувак, если бы ты не быковал, тебе бы твоей хате не было бы жопы. Было бы. Ну да, жопа моей хате. Как скажешь. Как скажешь. Ну вот, ресурсики потратили. Можно идти дальше убивать челиков. И вот вы не поверите, я даже решил поставить печки в своем доме, представляете? Yo, bro, can you help me, please? Can you help me? Can you help me? Help? What do you need? Can I buy a bow off of you for, like, materials? Take it. Oh, for what? Free. OMG, this is so big base, what the fuck? Yeah, this is my base. Oh no, not that big one. This one, this small one here. This is mine. This okay. I have a good idea, my friend. We can destroy this wall. Oh. Oh. What the fuck? This base so shit. Очки нацепили и пошли сидеть под хату у китайцев. Ну, на этот раз к ним тяжелее будет подойти вообще, нифига себе. Но! На этот раз возможнее угадать пароль от их базы. Офигеть, на этот раз они дом еще больше отстроили, чем в прошлый. Короче. Мне кажется, тут больше ничего с этим клоном не сделать. Можно их забайтить на рейд, и можно проникнуть к ним в хату. Чем я, наверное, и займусь. И пока была ночь, я решил раскидать побольше спальников, чтобы осуществить свой план по угадыванию паролей. Алло? I'm just spawned, bro. Окей. Ты русский? Окей, мэн. I'm friendly. Да, я русский, братан. Ты что, недалеко обитаешь тут? Да только построился вот с другом. Видишь вот эта база? Слушай, так мы можем от их базы пароли угадать. Я уже себе миллион спальников накидал, буду от ворот пароли гадать. Ой, слушай, я так не хочу этим заниматься. На самом деле, не сейчас вообще. Я хочу просто поиграть, побыжевать. Ну ладно, удачи тогда. Что там, 2 часа и пароли наши. Офигеть, тут красиво во время дождя. Вот тебя тут еще не хватало, друг. Иди отсюда, кыш. Подожди. У них выключены турели, я хочу посмотреть, как к ним попали.
Очевидно, что кто-то из этого клана должен был авторизоваться в турелях, и когда они их выключили, они забыли их включить. И все бомжи этого сервера собрались на этой территории. Убил его. Но там еще один есть. Он в окне. Он знает, что я здесь, в смысле. Ты можешь ткань пофармить и где-то по забору мне скинуть? Слушай, а еще знаешь, что можно сделать? Ты мне можешь закинуть сюда дерево 1000, я болтовку выбью. Я имею в виду вверх, на территорию их кидай. Только не через ворота, а через стенку там, которая... Вот, да. Отлично, еще парочку. Это гениально просто. Мне бы так еще хилки перекинуть. Сейчас я Боу достану, попробую ему лицо разбить. Турели включились. И, к сожалению, провернуть мой коварный план не получилось. Зашел хозяин и включил турельки. Офнутые турели. Они и турели заправляют. Ну а пока Папа Клан бегал по своей территории, пароли гадать было глупо, и поэтому я пошел доставать других своих соседей. Hey guys. Иди нахуй, читак, блядь. Да, на, нормально, репорт будет. И вот когда я думал, что спустя пару часов я угадаю пароль, нифига. Спустя 2 дня я только смог это сделать. Есть! Есть! Чуваки! Ты угадал, я да? Угадал! Я да, угадал! Ладно. Какой, какой, какой? 55-32! И большинство из вас может подумать, что вот все, я угадал пароли, можно забирать себе хату. Нет. Чтобы забрать себе хату, нужно было разбить 1 000 000 турелей. А еще самое главное было не спалиться, ведь их было 25 с плюсом человек в клане, и каждую секунду меня могли рассекретить. Ну а для того, чтобы разбивать турели, мне нужно было найти веревочки. А чтобы найти веревочки, нужно было найти фармил. Куда тебя растянуло, алё? Василий? Веревки. Веревки мне надо, спасибо.
Я как раз за ними сюда шел. Хелло. И пока. Я побежал крафтить композитки. Ха-ха-ха-ха! Так, теперь мне надо перезайти и поставить чей-нибудь ник, кто сейчас не в онлайне. Отлично, заходим в игру. И чтобы не привлекать лишнее внимание, я решил заходить к ним не через ворота, а через пристройку. Сделаем фейк. Блин. Что же у них турель стоит? Отлично. Авторизоваться в шкафу я не смог, зато я смог вырубить у них турельки. Пусть будет кое-что открыто. Не буду все забирать до конца. Мне сейчас нужно максимально тихо играть и не привлекать к себе внимания. Я выпрыгнул из территории, почистил за собой следы и отправился домой. Я только сейчас понял, что у меня очень много различных компонентов, которые я бы переработал и, возможно, поставил сразу третий верстак. Пойду перерабатываться, наверное, на харбор. Походу, здесь перерабатываться уже смысла нет. Ого! Ого! Hello, man. What are you doing? Hello. Папа к вам? Он има. Папа. Бывает, пацаны, бывает. На харборе переработаться мне не удалось, поэтому я отправился на маяк, который был тоже недалеко от меня. I don't need your stuff, my friend. I'll go away from this lettuce if you just pick me up. Okay. Go away, bye. Please. Я стоял, перерабатывал и услышал, как стреляют калашисты, и решил посмотреть, что там происходит. О, тут ошибочка вышла. И в этот момент я понял, что я буду делать. Убегать. Их там 800 человек бегут. Уху!
Клёво, я поплыл, пацаны. Чё, всё, не догоните вы меня. Донести скраб до дома мне не удалось. Меня поймала клонина из 8 человек, но потрепать нервы я ему умудрился знатно. Наконец я поставил в своем доме второй верстак и мог уже крафтить себе хилочки. Сейчас заправим печки, сделаем еще пару сочелей, и мне походу придется кого-то позвать, чтобы осуществить мой топовый коварный план. Вы можете спросить меня, какой еще план? А в плане у меня было скрафтить сочельки, чтобы бахнуть у них стекло на вышке и поставить там спальник. Короче, мне нужен был их шкаф. И так как они были в онлайне, а бахать мне нужно было у них вышку, которая стояла впритык, я позвал Эндрю Патраша, чтобы он отвлек их внимание. Дал ему пару сочелек и сказал, чтобы он их покидал за вышкой, чтобы они подумали, что рейдили где-то дальше. Не, ну согласитесь, план-то гениальный, да? Ха-ха! Вот дом, допустим, слева, видишь, кибитка 2x2, каменная. Ты должен будешь там постреливать и просто отвлечь их внимание, так сказать, понял? Видишь, хоп, я закрыл дверь. Оп, открыл. Давай, я накидываю, потом ты накидываешь. Ой, я чуть не умер. Кидай, кидай, сначала стреляй. Сколько? 7 хп у нее. Камнем. 6. Минус стекло. Найс. Я авторизовался во всех турельках и обратно поставил стекло, чтобы не привлекать внимание. Говорится, миссия выполнена. Авторизовываясь в турелях, я могу бегать по их территории спокойно. И это отличная новость. Короче, нам нужно зачистить полностью одну сторону. Крафтить берданку, пошли фармить серу. Мы сможем композитками разбить по-тихому, чтобы никто не слышал, не ракетами. Они просыпаются, они на колонках спят. Времени до захода китайцев у нас было супер мало, поэтому я принял решение изучить зажигательные стрелы. Мне кажется, даже можно будет через... Можно на крыше с лука разбить турели вот отсюда. Но не знаю, как мы попадать будем. Блин, а там еще... Чувак, там еще турели есть по бокам. Ага. А как их ломать? Мы же их отсюда не увидим даже. Не, само КПП, наверное, нет. Смотри, здесь нам нужно разбить одну-две турели. Них, смотри, у них вот на входе самом деле, вот первая, смотри, турель. Да, я знаю, тут две турели надо разбить. Потом да. Мы проходим дальше, и слева, походу, еще турель, видишь? Которая не, слева не надо ее ломать, потому что ты просто прямо идешь. Вот только вот эту ближнюю справа. Смотри, надо. Видишь, там лазер какой-то выглядывает через стенку? На крыше, типа. Ага, вижу. Я пока не знаю, что делать. Это не помогает, вот. Она разве не горит? Не, не хочет. Если попадать, что она будет гореть, то это вообще пушка. Что? Ага. Чувак, она просто отлетела. Пойдемте на всякий случай разобьем. Мне кажется, ей плохо стало. Ты понимаешь, насколько... Сколько у тебя стрел осталось? 44 у тебя. У меня 20.
Мы за 20 стрел разбили? Мы разбили у них ПБОшки, ведь хотели попробовать залететь на крышу с помощью коптера. Йо. А я с болтом бегу, блядь. Я обосрался. Левее уйди. Уйди левее. Через супермаркет пошли. Слушай. Я купил аналог Биг Дика и полетел домой, ведь у меня был план проникнуть на китайскую территорию. Че? Кто? Почему? Все. Чувак, это говно лагает. Мне надо побольше хила, наверное, взять туда. Ты помнишь, да, с правой стороны залетать? Да, да, я помню. Тут турель с болтом, она может ваншотнуть. Выше, выше лети, она ваншотнет. Я не могу выше. Все, вот тут лети ниже. Да. Больно. Лети. Я понял. Мы потеряли нашего Биг Дика, но он не разбился, и поэтому я решил любой ценой его вернуть. А для этого мне нужно было пройти огромный путь и разбить все турельки. Турель мне всю малину портит. Эти русские челики, походу, пришли пароли угадывать. Чё? Пойдем, у меня есть идея. Некоторые турели, которые мне мешали, я поразбивал, а некоторые я мог пробежать, но для этого мне нужны были два бомжика. Бегите сюда, у вас задача сейчас будет турель забайтить, чтоб да, я давай, код давай, успел вести. Тихо. Все готово? Давайте. Да, давай, раз, два, три. Офнул, да? Нет? Отлично. В самой территории я им устроил некий саботаж. Подключал электричество, и половина турели отрубилась. Вы можете дальше проходить. Проходите дальше. Сейчас байт нужен опять такой же. Кто-то налево, кто-то направо. Давай. Давай. Раз, два, три. Нормально. Я авторизовался. Ты ё-моё! Я справа турель офнул. И пройдя все КПП, я наконец дошел до главного здания. Но и тут-то было нелегко разбить эти турели. Поэтому кое-где мне пришлось снять двери. Летыч, я прошел 3 КПП у них. На каждый КПП по 10 турелей. Я смог проникнуть, короче, в центр снабжения электричества. И вынести все у них эти... Ну, соединители, понял? Тут одна проблема, знаешь какая? Какая? Мне осталось одну КПП пройти, а там турели с болтами. Давай попробуем пробежать опять, только втроем уже. Давай, только Сафу уже в коробочку. Пригодится. Все, готов? А куда мы бежим, подожди? Налево. При этом шотган трэпа. Я пробежал. Я тоже. Я выучил электрическую хуйню. Мне нужно... Ввести пароль я смогу? Я ввел. Я захожу. Я зашел. Открой дверь, оставь дверь открытой, мужик. Тут открыто. Там турели. Там много турелей. Надо включить эту херню. Ну, я тут смотри! Говорю.
Там по... Стоп, 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 стоп. А ты понимаешь на китайском? Сфоткай на смартфоне, типа в Google переводчике. Стой, на. Тебе нужно сейчас прямиком бежать так же, как ты забежал сюда. А я не знаю, где твой дом. Летыч донес всю партию пороха до дома, и я решил наконец-то скрафтить скоростные ракеты. Дальше заходим. Тут турели. Беги-беги сюда, Бонго. Пробегайте опять, нам нужно пробежать, и мы разобьем турели у них. Бегите вот и налево, а мы направо. Да-да-да. Беги-беги-беги. Я пробежал. Шик. Стой, сейчас не бочь. Я могу дверь эту снять. Держи. На случай важных переговоров я бахну. Бахну? Бахну. Одна слева. Я могу пробежать туда вперед. Там может быть еще одна? Да, там есть слева. Так, тут третий верстак, тут турели. Я внутри. Что-то было? Это я. Внутри тоже турели. Я вижу, они спят здесь. Ага. Не убивай. Нормально. Все, мы в центре. У тебя нормально все? Да, я сломал турель, все. Так, смотрим, что у них тут. Тут. Шкаф. Внизу? Да. Ты тут бегаешь? Не, ну да, я. Минус турель. Все, деавторизовал всех. Минус, хорош. Калашек. Чтоб нас не закрыли, сейчас я поменяю пароли. Так, смотрим, что у них там. Где ракеты, вопрос? Все, есть памятник. Что там происходит? Нормально там шлёхало снаружи. Ого, у них джаггер сетов. Так, ракеты, я ищу ракету у них. Тут могут быть тролли. Закройся. Ай, тебе пусти. Нормально. Они такие умницы, чувак, у них каждый локер заряжен просто. Слушай, но я на это не фармил на рейд этот. Это уже радует. Слушай, я нашел электрическую херню, все, я могу выключить. Давай, отрубим ее. Я выключу. И когда я поднялся на самый верх, я увидел его, нашего Биг Дика. Я дошел до коптеров. Получаю... О! О! О, тут два пулика. Угу. Ракеты я так и не нашел, и это было странно. Поэтому я потратил 40 минут, чтобы открыть абсолютно все гаражки в этом доме. Я базуки нашел, много. Так, скоростные ракеты. Ракеты нашел, сишки. Угу. И еще один пулик. Много ракет? Ну, ракет немного, совсем немного. Полторы строчки. Экспа. Экспы нет. А, так вот лутовая основа. Тут еще ящик пороха. Mm-hmm. Все, мы нашли основу. Тут пол ящика топки. Алло? Hello? Where are you, my friend? Oh, it's a papa, man! Oh, shit! Where your base? OMG! Shit happens, my friend. Really, really. It's my base now, my friend. How did you get the password?
I'm solo, change your password. I'm found your password. Hello, man. Hello? Can you give me the password? Can you give me the password? You need a base back, yes? No, I just need a password. How did you turn off the tele? I'm hacked your code, you know? You get raided my base 4 times on the last wipe, you know? I'm playing solo, but you get raided my base 4 times. And I'm one, my friend. И пока я разговаривал с китайцами, на мой домик напали. Ну как на мой? Ну вы же понимаете. 2552. 2552? Yes, 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 yes. Окей. О май гад, мэн! We're getting raided. Really, really know this is not for play. I see you and you see me, you wanna ride away. I can spot you from a mile away. Tap the gas and I'm gone, this is not a race. I just bought some racks in. I've been, it's happening. It's just me and my guys, I've got no bad friends. You ain't see the front but talking bad games. Oh, I see the money, won't pick and roll, give and go. Мне кажется, я хотел эпика, но не такого эпика! Я не такого эпика хотел, пацаны! Сколько их там? Да не, они просто продырявили весь дом. Я не понимаю, что тут происходит. -2. Что-что, ну ради этого точно стоило это сделать. Просто стоило взломать пароль, чтобы оказаться на этом шикарном рейде. Это просто пушка.
Я пытался отбить мой новенький домик, но это сделать не получилось. Клан был действительно огромный. Но не расстраивайтесь, большинство лута я перенес в свою маленькую кибитку. Ха-ха-ха! Ну и на этот раз история с папа-кланом действительно закончилась. И я надеюсь, она вам понравилась. И если понравилось, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте колокольчик. Мне действительно нужна ваша поддержка. И если вы поставите колокольчик, мы можем попасть в тренды. Ну и всем пока!